Успокоились, я сказал. Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует команда КВН «Непризывный возраст». Мы дошли до финала, но забыли представить вам еще одного участника нашей команды. Это Андрей. Андрей единственный, кому удалось попасть в Бермудский треугольник. И поэтому вместо него играет его брат-близнец Сережа. Ну, не будем обращать внимание на этого гуманоида. Рома, поехали! Рома, давай нормально, а? Прости, я по-другому подготовился, можно? Давай! Сейчас мы будем показывать вам картинки, и вы скажете, что вы на них видите. Итак, что вы видите?
Правильно, мальчика. А как зовут мальчика? Сиплый. Правильно, господин Сиплый. А что вы видите на этой картинке? Мой долг перед Сиплым. Правильно. А на этой? Мой долг с учетом процента за 6 месяцев. Правильно. А если ты его не отдашь, то Сиплый расстроится. Правильно. А когда господин Сиплый расстраивается, то кому-то становится плохо. Правильно. А что ты видишь на этой картинке? Пушистого зайчика и морковки. Правильно, пушистого. Стоп, какой зайчик? Уйди отсюда. Что ты видишь на этой картинке? Моя жена и дочка. Правильно. А если ты не отдашь долг с учетом процентов за 6 месяцев, то Сиплый? То Сиплый расправится с моей женой и дочкой. Правильно. Пожалуйста, не убивайте, я все вам верну. Иди, только не убивайте. Иди. Эх, мы поможем в любой трудной жизненной ситуации. Юниор-лига, финал. Команда «Непризывной возраст».